Продолжаем дальше работать. У меня пуфос, гипсовая шпаклевка. До 15 сантиметров можно ей работать якобы. Размешиваю. Накладываю. Ставлю тяну. Размешиваю, накладываю. Шпатель у меня 35 и 10. 10 из Леруа Интек, 35 с того года. Пока их еще сейчас продажи нет, но скоро, наверное, появится. Заключу договор. Появится шпатель. Ставлю тяну. Вот так. Проплешины. Наполняю. Так, ребятки, идем наверх. Перемешиваю и беру сейчас стремянку. Ну что я вам, мои дорогие, хочу сказать, мои дорогие строители, что ситуацию вы владеете не очень хорошо, что много паники, когда какие-то вот моменты всплывают. Вот. Но надо быть с холодной головой, когда какие-то моменты вот,
ну, проблемные у вас возникают. Не надо в панику впадать. И со словами «я боюсь» больше там шпаклевать или что-то еще. А не надо ничего больше бояться. Продолжать надо дальше, но найти надо выход из ситуации. Мы боимся грунтовать, мы боимся шпаклевать полимерной шпаклевкой. А больше вы ничего не боитесь? Наверное, нет. Это самый большой страх, наверное. Бояться тут не надо. Надо найти выход и спокойно работать. Вот так вот. Жизнь, она большая. Разное. Бояться тут нечего. Выхода есть из всех ситуаций, пока мы живы. Накладываем два пальца, тяну. Так, вот так. Перемешиваю. Накладываю. Тянутся у меня вон камешки. Тут мне писали насчет рекламного сотрудничества уже две компании. Один, значит, четыре буквы, на «К» начинается, а обойный клей у них сухой. Вот, и что, значит, рекламный агент мне писал, вот, что они заключают договор на продвижение своей продукции. Вот, ребят, ну, готовый клей мне не предложили рекламировать. Сухой клей, который я уже давно не рекламирую, наоборот, могу антирекламу сделать, если что, сухому клею. Вот. В общем, линейку предложили таких препаратов, которые, ну, в рекламе уже не нуждаются давно, несколько лет уже как. Их надо вообще снять с производства, а не рекламировать. Вот. Поэтому вот я отказалась.
производитель каких-то стиральных порошков и пеномоющих средств. Те вообще какую-то запутанную схему предложили. Они мне дают 2000, и я их в Валбересе покупаю и рассказываю везде, видать, в своих роликах про стройку, как, наверное, зашибись. Я, наверное, отстирываюсь целыми днями их препаратами. Наверное, так. И успеваю, наверное, толчки помыть и раковины, которых тут нет. Вот. Ну, с этой запутанной схемой я даже не стала связываться. Вот. А в общем, меня продвигает Дзен очень мощно. По 50 человек в день. Пишут, что у меня 1000 просмотров в сутки. И по 50 у меня 40-50 подписчиков в день. Это в Дзене. Ну, в Ютубе поменьше, но тоже нормально. Тоже и рекламу уже впихивают, как могут. Хоть в ленте запихнуть. Вот, ну, все благодаря тому, что крупные блогеры вам не снимают за бесплатно. Это только тетя Юля может за бесплатно снимать и получать тычки. Она баба вообще сегодня написала, а зачем вы это снимаете? Для этого есть супермастера, которые придут, все и сделают. Курица сидит, ушами хлопает. Ей вообще надо в глянцевый журнал посмотреть, а не к тете Юле на сраную стройку, где все в пыли и в говне. Еще оставляет отзывы. Ребят, мне такие отзывы не пишите. Если нечего писать, не надо. Лучше ничего не пишите, чем вот такие куриные вот эти размышления. Ставлю цену.